Ну, так каждые 3 месяца едет, так что, наверное, тебя пословно. Вот я читал эту книжку, очень достойная вообще про сиху. Ну, тоже это индийская тема, но так и спит. Тут такие козы. Сиху вообще уважаю. Это вообще мощнейшая книга, там описание всяких боев, резни и так далее. Такие у них были. Да. Все начиналось очень тихо и мирно. В общем, переросло уже скач. Как помните, у Мамлеева рассказ «Свадьба, переходящая в похороны» или как-то так. Там им пришлось жених настрадаться, который очень сильно. Сикхам? Тут прям вся их история, что ли? Сыновение. Ну, это было бы интересно, да. Они кто? Нет, интересно, что. У них да, своя религия отдельная, да, что это. Ну, у них, то есть, основано на. Они монотеисты или как вообще? Наверное, смесь какая-то. Ну, они между индуизмом находятся. И исламом. Да. У них очень интересная была традиция пить толченые драгоценные камни. Считал, что очень крутой напиток королей такой. Толчешь там и упиваешь. Что у нас наоборот очень круто. Да, ну ты в Китае такой же традиции, да, в общем-то и в Италии, в той Медичи.